Приветствую, друзья! Это был трудный год. А, как вам, знакомая фразочка? Только мы ее применим немножечко по-другому. Это был трудный год для всей нечисти и махнорылых товарищей, которые нам совсем не товарищи. Но некоторые из них прям стояли на грани между светом и темнотой их души. Например, зав. Отделением из предыдущих роликов. Он было хотел выслужиться перед нечистыми, попытка принуждения человеку к ношению символа служения Астане проскользнула в его глазах. Но все же он последнюю минуту одумался, остатки души в нем, видимо, поколебались в тот момент, и он не стал принуждать того, кто не хочет служить Астане и надевать какие-либо символы на лицо. Как ни крути, он соблел один из конов, а также еще и один из законов не препятствовал видеофиксации. Но чтобы закрепить и на будущее его действия в пространстве, отправим ему вексель, но не простой, а праздничный, в виде благодарности. Вам объявляется благодарность за то, что вы быстро и своевременно дали разъяснение своим подчиненным о том, что внутренние приказы госучреждений распространяются исключительно на должностных лиц этих учреждений и ни в коем случае не распространяются на посетителей, живых людей, что также подтверждается и судебными решениями, в частности апелляционным определением от 10 апреля 2019 года по делу 33А-5847/2019. Также вы правильно разъяснили сотрудникам, что принуждать людей к исполнению своих внутренних приказов они не имеют никакого права, что также подтверждается и судебными решениями, в частности решением Верховного суда от 7 сентября 2020 года по делу 12211/2020, в котором суд указал, что механизмы правового принуждения отсутствуют. Также вы правильно разъяснили сотрудникам, что люди вправе вести видеофиксацию действий сотрудников госучреждений в соответствии с законодательством об общественном контроле, и что запрет видеофиксации является самоуправством, что также подтверждается и судебными решениями, в частности апелляционным определением. Будем признательны, если вы и впредь будете служить народу и прямо защищать его интересы. Все права защищены. Народ России.